На свой страх, риск, будем отбиваться. Рис, гречку, крупу, короче, макароны. О, как понизу сделали, класс. Враг не пройдет. Так на коленях и ест. Надо саму антенну покрутить. Ой. Оставайтесь дома. Привет, ребят. Привет, мои хорошие. Только проснулся, даже кофе не пил. Сразу едем до родителей Иришки в деревню. На свой страх, риск, но нужны корма. Там теща поделится сеном и наберем зерна. Ну, как бы хочешь, не хочешь, это надо. Перебежками. Но если уже встретится компания доблестного патруля, ментов, как правильно сказать, будем отбиваться. Знания уже какие-то есть, подчеркнули, есть куда давить. Будем давить. Поехали. Надо учтить, сегодня понедельник, когда люди могут по пропускам ехать на работу. Не, я не против. Это даже не могут, а скорее всего время сейчас как раз. Ну хотя вот сзади, откуда это едут? Тоже могут на работу, там же это, как его, макаронник. В селе. В селе? Да. Ну там же по идее поселковые работают или нет? Какие? Ну в селе кто живет. Почему приезжают, есть там, даже автобус. Которые из Урана забирали. Кто-то на личном транспорте добирается. Приехали, ребят. Заехали. Иришка матери привезла вкусности разные. Рис, гречку, крупу, короче, макароны. Да? Что-то такое. Масло, да? Угу. Пакет со едой закрывай. Поддержать теща нас, мы ее. Сейчас сено, зерна, счастье. Козу надо. Андрюша, когда ты сказал, говорит, там кто-то ведрами шевелит. Да. Здравствуйте. Привет, возьмите. Андрюша. О, как понизу сделали, класс. Да, я. Нифига. Я. Ну да, да, четко, кирпичом. Да. На раствор ровненько, гладенько, классно. Вообще супер. Андрюша, еще ж не доделала, вот тут у меня песка нету. Дядя, а вот это залить? Ага, вот тут залить. Ага. Там побилось, видишь, уже за молодцы какие, классно. Ага. Теперь точно никто не вылезет. Не грохочет это? Нет. Только это. А что ж мы ручки не привезли? Ну и дрель надо было. Ну а уже что? Ага, ну все. Ручки не привезли. Ничего. Мы же быстрее как-то что-то. Ничего страшного. В другой раз. Ну а то... Ну да, да. Травить надо. Как-то этих... Да. Тут на петле она повесится ли? Повесится, Андрюша. Ну далеко этот. Да? Не, с той стороны. Нет? А там железная шита, фигня. Тут или ну толстый этот набивать надо. Набить эти штучки. Или если туда, просто на проволоку, ну петлю из проволоки делать. А-а-а. И на проволоке, чтобы играла. Ну самый простой вариант. А-а-а. Самый простой вариант. Да-да-да. Даже без петель. Даже без петель. Ну я-то, собственно говоря, я же тебе говорю, что там она один раз будет открываться. Ну понятно. Видите, какие? Ну да. Да, вообще супер. Ага. Враг не пройдет. Школа. О, а где ж коза? Выскочила, что-то открыто. А коза, она вот сюда входит, чуть проводит. А, вон что. Это же она специально. Я понял, выпускает отсюда. Я тут делала, а вот теперь она туда выходить не будет. Ну, я понял. Поэтому закрыла. Да, вот, видишь. А тут, чтобы она ж могла... Ну, да-да-да, там не выскочит. Да. Тут может быть выгул, классно. Да. А что ж она не выходит, гадость такая? Она жрет, она сидит. Кушается, она кушает. Она же ее кормить сейчас ходила. Затва, у нее даже еду не есть. О, так что-то. Да. Она кушает. Так на коленях и ест. Нет, ест на коленях. Она же, видишь, вот специально заходит в узюсенькое пространство. Ага. Ну она привыкла вот это. Привыкла, да. И ей она это комфортно. Влезла, видишь, ага. Это новая шерстка у нее появилась. Белочка. Она полюбила кукурузу. Кукурузу полюбила. Ждет.
Вот так вот. Научила ты же. Ну да, я же помогать. Я им помогу, не даю два кочанчика. Вы же этого не будете брать? Не-не, мамуль. Ну. А на пятый это самое? А это в стену? Не таскай. Ну, ну и ничего страшного. А ты ж тогда опусти, так же лучше будет, Ира. Кого? Ну, это солома. Сейчас я опущу. Это обычная. Вот это брать или что? Это брать, да. Это обычная солома. Я поняла. Это ж мы сюда потаскали. Опа. Это гороховая солома, ребят, когда мы еще давно себе брали и теще брали, у него-то осталось. Теперь делится с нами хоть что-то. Ух, ребят, зерна набрали, ну чуть-чуть, 3 мешка. Уже будет что продержаться, и дома мешок есть. И сено 5 тюков, ну, соломы гороховой. Фух. Тоже будет чем продержаться на пока. Там видно будет, сейчас кофе попьем, теща зовет. Как-то так. Вот тут сало. Теща не пропаде. На улике ничего не привезли. Ну, да. Все забыли. Что? На улике, говорит, ничего не привезли. Там на рамке надо же было поменять. А я те поставила, которые почистила. Ну, так, все. Так. Там, в этом, вот это вот. Ты, ах ты, зараза мала. А, она тут была? А я не знаю, какая-то цветная. Ну, кошечка, шмаруся. Так а что у вас не получается? А я не умею искать каналы. Так а зачем их искать? Просто переключать же. А. Только нет, вот этим пультом или что? Оно ж не нашло все 20. Оно 3 канала только показывает. Не, не 3. 10. А, 10? 10, сказала Жанка 10, но 10 нет. Не, не Жанка, а Коля. Сейчас, на данный момент, 3 канала показывает? Нет, больше, Ира. Больше. Но оно показывало РЕН-ТВ, но РЕН-ТВ не показывает. Ну, сигнал слабый, видишь, рвет. Сигнала не хватает. Андрюша, это фона первая. Хрюкает. Не, ну первый, может, там сигнал сильнее, но на первой. Ну, вот, пропадает впереди. Ну, слабый сигнал, не хватает. От антенны, значит, да? От антенны крутить надо более сильный сигнал искать. Искать просто. То есть вот первая, а где уже сигнал надо посильнее, он начинает рвать картинку. А, поэтому, я думаю, там в этом, вот в меню РЕН-ТВ показывает, а начинаешь включать, оно не. Ну, оно в тот момент, может, сигнал прошел. Да, сигнал прошел, то есть оно показывало его. Ясно, ясно. А я же думала, поиск, знаешь, как это само. Как не, ну поиск, ищет. Он просто каналы находит. Те, которые нашел, он нашел, увидел. Я же еще не приспособилась к нему. Я забыла. Он нашел, увидел и все. Это дело то, что запомнил, который саму, увидел. Надо саму антенну покрутить. Ну, вот как мы в тот раз крутили. На и эту. Цветок. Ты большой не будешь пока? Или будешь? Да не знаю. Там же ж это еще сидит фиалка моя. Ну. Оно там такие куски повесятся. Да не мелкие. Ну не, нормально. Да, ну, не вот такие, что ли? Андрюша, вот смотри какие. Я их вот. А, оно просто подрезано, да? Подрезано, ну, да. Вот куском повиснет. Да. Опа. Ага, пока птим. Ты где, не хочешь пакетик? Хочешь. Я дверь сейчас закрою, ага. И возьму. Давайте. Это сама. Сейчас я закрою этих чертей своих. Ага, чертей своих закрою. Был, мам. Ну, небольшой, может, минус 1-0. Все, потихонечку. 9-го МЧС. Поехали. Передает? Ага, передает. Ну, да, все. Ага. До свидания. Спасибо. Счастливо. Ага. Thank you.
приехали. Ребят, все хорошо. Не встретился нам ни один гаец, ментенок. Давай. Не, ну, встретился, но они как-то мимо. Эти, которые... Я что-то и не видел. Ну, вот, которые... А вот этот кортеж, это не гайцы. Это какая-то другая фигня. Это же те, которые ездят, а помещают, что оставайтесь дома. Ну, они мельком, да, промелькнули мимо. Короче, все хорошо, ребят. Теперь мы с кормом, с сеном. Ну, во всяком случае, неделя точно. Полторы. Продержимся, а дальше видно будет. Будем рассказывать, держать в курсе. И все будет хорошо. Идешь?